До старта летней оздоровительной кампании взрослого населения остается совсем немного времени. Однако не каждый может себе позволить курорты Краснодарского края, горы Кавказа или Крым. Поэтому я решил выяснить, как можно в городе пройти физиотерапевтическое лечение на примере одной из городских поликлиник. Давайте пройдем маршрут вместе. Как шутят медики, абсолютно здоровых людей не бывает. Поэтому общеукрепляющее оздоровление всегда в приоритете. Программы физиотерапии, разработанные специалистами аппаратного лечения, подходят для каждого. Если болят суставы, тогда отправляемся на процедуру ультразвукового массажа. Причем это далеко не все, что лечит аппарат. Указаний очень много в данной процедуре, начиная от гинекологии, заканчивая пяточными шпорами. То есть, как бы, ускоряет обменный процесс, вместе воздействия, предотвращает развитие спаек. Очень хорошая процедура. Если мучат головные боли или головокружение, тогда переходим на процедуру дерсонвализации или попросту электрической расчески. После расслабляющего массажа головы передвигаемся далее. Ну а теперь я иду на магнитотерапию. Для этого мне придется раздеться. Данный вид физлечения очень продуктивен при заболеваниях спинного отдела позвоночника и показан всем людям, кто ведет сидячий образ жизни. Далее в моей программе аппаратного лечения процедура тест-терапии – это электросон. После установки электродов в возголовье человек ложится на кровать. Начинается слабоволновая вибрация, которая стимулирует к моментальному лечебному засыпанию. Старайтесь расслабиться, думаем только о хорошем, приятном. Прошу вам отдохнуть. Электросон показан при переутомляемости или, наоборот, нервном напряжении и непосредственно при бессоннице. Выспавшись на процедуре электросна, я перемещаюсь в поликлинический фитобар на вкусный сеанс оксигенотерапии. Здесь готовят разнообразные отвары травяных настоев, которые затем насыщают кислородом, после чего образуется пенка. Именно ее употребляют внутрь. Очень вкусно. Последняя процедура в моей общеукрепляющей программе – это влог, или по-другому внутреннее лазерное облучение крови. Спектр ее применения насчитывает более сотни показаний. Это абсолютно все заболевания и сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы, повышенный уровень холестерина в крови, хронические заболевания легких, проблемы в пищеварительной системе. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа лечения. Вот как раз наше отделение, оно и может предоставить возможность санатории в городе для очень широкого круга лиц, которые желали бы этим воспользоваться. Это и молодые пациенты, это пациенты 60+. Программы разработаны у нас и по возрастным профилактическим заболеваниям, и по различным нозологиям. Представлены буквально все существующие методы физиотерапии. Большой перечень аппаратного физлечения возможно получить по программе ОМС. Для этого нужно обратиться к своему участковому терапевту за направлением. Эффективность физиотерапевтического аппаратного лечения уже давно не подвергается сомнению традиционной медициной. Уделяйте внимание своему организму и будьте здоровы. Антон Никонов и Юрий Ломатов, Улправда ТВ.